Всем привет! Тут Антомочка изучает комнату и прилетел на окно. Я ему подсунула книжку про эклектусов. Вот мне интересно, будет ли Томик изучать книжку про эклектусов? Пока Томик завис. Да, Томи? Ты будешь изучать? Ну. Ты его съесть хочешь? Ты хочешь съесть эту зеленую птичку? Ладно. А если мы сделаем не так, а вот так? Ты боишься эту птичку? Да, там киса мяукает. Ты чего завис? Сейчас упадет. Сейчас упадет. Все, нету зеленой птички. Пропала птичка. Украли птичку. Самочку нашел. Ой, ты господи. Не сгрызай только. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!